внимательно вглядитесь в этот автомобиль. Да, конечно, вы его знаете, так же, как и мы. Это Sungyong Rexton в самой фаршированной комплектации, любезно предоставленной нам Автоградом, расположенным на Марджане 9, официальным дилером Северсталь Авто и, соответственно, Sungyong, до собираемого в России. И опять, глубокий респект российским коллегам из Top Gear, которые реально признают преимущество собираемых у нас машин. Это, конечно, цена, без шизоидной растаможки. И поделюсь мыслей, типа, а почему в магнитке не собирать недорогие мустанги, которые при вложении суммы, эквивалентной вазовскому ведру, становятся, ну, совершенно дикими. Обхож слабо. Ну, а мы насладимся реализованными идеями господина Мордашова. Давай, Россия, гоняй на качественном и доступном, и вместе с тем крутом корейце, имеющем общие корни с Мерседесом. Итак, Sungyong Rexton. Ручек здесь будет.